Здравствуйте! Сегодня мы с вами научимся вязать интересный красивый цветочек с лепестками-завитками. При этом обратите внимание, лепестки у нас с вами, завиточки, двойные. И дополнительно выполнена навязка в центре нашего цветочка. По изнаночке навязки нету. Для работы нам понадобится пряжа секционного крошения и крючок. Начинаем выполнение нашего цветочка с 6 воздушных петель замкнутых кольцо. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вводим крючок в первую воздушную петелечку, выполняем соединительную. Колечко готово. И приступаем к выполнению следующего ряда. 1 воздушная петелечка подъема. И в колечко вяжем 11 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10 и последний 11 столбик. Завершаем выполнение нашего ряда, вводим крючок в первую воздушную петелечку подъема и выполняем соединительную. Далее мы будем выполнять ряд арочек. Выполняем 1 воздушную петелечку подъема и вяжем арочку из 3 воздушных. 1, 2, 3. Вводим крючок в вершинку следующего столбика и вяжем столбик без накида. Далее опять арочка из 3 воздушных. И далее опять столбик без накида в вершинку следующего столбика. Повторим. Столбик без накида. Далее опять арочка из 3 воздушных и столбик без накида. И так мы с вами будем выполнять до конца ряда. Полная версия мастер-класса доступна по подписке на сайте shiru.ru.